Вот выбрались на елку сходить. Ленина перегорожено вот так. Мигалками перегораживают, чтобы там можно было спокойно гулять. И тут уже площадь Ленина. Так вот, тут елка, там шары. Капли, дождь, Новый год. Новый год, дождь, лужи. У нас рождение такое. Пускают, видимо, не всех. А как повезет. Вроде не валенки, да? В этом году вроде не валенки. Да, песни вроде не валенки в этом году. Вот так по площади идем. Добрый. Проверить вашу спутницу. Что у вас в наличии еще есть? Кроме ключи мобильники. Ничего больше? Нет. Ключи 90. Прям пощупать этот Серёжа. Ну, проверяет вот так, так, видимо, надо. Всех проверяет, кто плохой, хороший. Что-то несет или нет, такой контроль там. Ключи от квартиры, где деньги? Нас проверили, ничего нету. Не нашли то, что хотели, видимо. Такие вежливые сразу, с камеры, так сразу даже не хотели проверять меня. Чуть так вот отронулся, чуть-чуть. Обычно, обычно общупывают полностью. Пацана видела как, до ног все. А я с камерой так. Ну такая тут дискотека вот. Ну вот так у нас проверяют полностью там контроль, или милиция, или ОМОН, не знаю, кто всех щупает, проверяет. Меня не стали трогать, говорит, типа, видимо, ну что у вас кроме камеры, на всякий случай, видимо. Ну, алкоголь ищут, то все, в принципе, они за безопасность. Ребята нормально отнеслись, нормально к нам, поэтому все окей. Вот такая здесь тусовка, такая вот рамочка здесь. Короче, дискотеку убили. Ютубчик мне наложил. Запретом приказ. Там даже водки есть. Город Брест, крещение, гости города. С Новым годом вас! Можно пошуметь, можно похлопать, можно покричать. С Новым годом! Соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Я звук поставил на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Знаю, до утра смотреть на звезды. Прогрею мою костер. Красиво поднимаю.
5 на 5 и высотой 3 метра. Yeah.
вас. Интересно, только интересно.
как-то так Новый год и проходит у нас в Бресте на площади Ленина. Всем пока!